Ну что, ребят, возвращаемся мы, собственно, к матчам Star серии, к матчам, которые мы немножечко провтыкали и прямо сейчас с вами начинаем догонять. И на очереди матчи многим, для многих любимые, для многих самые веселые, для многих самые забавные и скандальные команды на Star серии Дарреры. И первая игра, игра, которая состоялась в пятницу поздно ночью, половину первого по Киеву начали играть эту игру. Парни Дарреры против команды Absolute Legends. Дарреры, которым нужно первое место. Дарреры, которым надо сейчас тренироваться. Дарреры, которые так же, как и Absolute Legends, получили уже свой инвайт на International. И, по сути, это битва между двумя командами, которые уже будут представлять свои страны на турнире в Сиэтле, который состоится, напомню, еще раз в конце августа. Финал с 31 августа по 2 сентября. Но вообще много чего интересного там будет. Итак, ребята делали ремейк на АП-моде, начинают прямо сейчас играть. Поехали наблюдать. GoDot играет на Шейкере, Шатан на Тинкере, Музика на Виндранер, Блик играет на Лишраке, Сен Кинг, Снупи. В принципе, довольно интересно. Много станов, да, это и Сент Кинг с Шейкером в одном пике, а Блик тоже здесь. Интересно. Год. Год у нас будет играть на Кваперт. Стайл наши, да, в Демоне. Даррер 333 или Габлак. Непонятно, что-то происходит. Паузу нажали, ну что, кто-то там что-то там не то настроил. Габлак будет играть у нас на Брюмастере. Фурион бай Фаника. И в сложную уже побежал. Магус уже срубил свои деревья. Как всегда на Бистмастере. Поехали. В принципе, АЛ по этому сезону идут, так сказать, ни шатка, ни валка. Не сказал бы я, что хорошо. Просто идут, да и идут себе. А вот у дарреров все прекрасненько. Стартовые поражения в матче против МТВ. Потом смена состава. И шикарно. Шикарно потом парни продолжают сезон. После этого пока не проигрывали и идут в лидерах Star серии. Сейчас мы посмотрим с вами две игры подряд команды Дарер. Сейчас посмотрим Дарер Айл. Сразу после этого глянем, как Дарреры играли против команды Копенгаген Вулфс. Потом, если у нас еще будет время до старта матча в прямом эфире, напомню, в 6 часов Na'Vi против Virtus.pro. Сегодня в 6 по Киеву, в 5 по Цету. Ну, вообще, сегодня тяжелый день для команды Virtus.pro. Целых 4 игры у них в рамках Star-серии в один день. 4 матча. Почему? Потому что команда Virtus.pro не сможет играть с 30 числа по 7. Какие-то там свои непонятные, опять-таки, почему. Ну, опять-таки, команда готовится к DreamHack и что-то там непонятно, именно почему в эти даты не смогут они играть. Как раз когда все остальные команды вот под 6 число будут съезжаться или съехались уже на буткемпы разнообразные. Команда Дарер на следующей неделе улетает на буткемп в Болгарию, насколько я не ошибаюсь, под конец следующей недели. Na'Vi с 6 июня на буткемпе здесь, в Киев, Киберспорт-арене, так что подходите. М5 на буткемпе уже полторы недели. Z-Nation на буткемпе, ЕГЭ на буткемпе. Ребят, скоро International, на буткемпе будут все. Все будут тренироваться, все будут готовиться. Потому что в прошлом году еще, когда тяжело верилось, что миллион, как это может быть, команды еще относились не так серьезно к этому всему. В этом году все прекрасно понимают, миллион долларов США, может быть даже немножечко больше, будет разыгран в начале сентября в Сиэтле. Так что будет интересно. Год! Против музыки. Год, ты что делаешь? Там же ДД. Вы смотрите, Году просто по 100 хп отрывает здесь музыка на ВР-ке. Был бы рядом Годот, сейчас был бы стан, и Год бы умер, потому что у него нет даггера. Это как-то слишком по-тупому здесь действует. Годы отставил, выходит на линию, он не знает, что здесь есть Шейкер, отставил, не видит Шейкера. Стан залетает вот только сейчас. Знает отставил, спрячет ли он музыку, хватит ли ренжа, чтобы спрятать. Отставил, хватает ренжа. Прячет он и Год здесь даггером. Вот он даггер и ФБ забирает команда Дарер. Отличный выход от Артстайла. ФБ уходит Году в копилочку. 1-0 Дарреры. Ну и пауза от Магуса. Паузы.
Любим и паузы. Отличный процесс вообще. Паузейбл. Какие сегодня еще будут матчи, вы спрашиваете, ребят, зайдите на сайт Dota 2 StarLadder TV, на главный, прямо сегодня уже обновленное расписание висит, как бы, в 17 сет VP Na'Vi, потом 18 сет Keita Quantic, NextKZ M5, тоже 18-19 VP NextKZ, в 20 EG VP, в 20.30 CLG против SGC, в 21.00 M5 против EG, в 21.30 MTV CLG, в 22.30 CLG против Virtus.pro, все матчи, все эти матчи по времени сет, то есть сегодня до поздней ночи в Москве, до поздней ночи даже по Киеву. Будем мы с вами наблюдать за играми. Такой веселый понедельник. Магус стоит против Шатана. Здесь Шатан через лакеты лазер. Никакого пока. Арстайл успеет ли спрятаться? Снупи. Год прыгает. Там нет песка. Дагер залетает. И одна тычка здесь прилетает. Фаник не отпускает абсолютно никуда. 2-0. Make a fine humus. Да, хороший начало для Гермидия. Блик, стан по габлаку. Габлак особо тут не переживает, пока все нормально. Гаудот. Гаудот и музыка на линии огня. Год пришел сюда. Год активно очень действует. Легкой, да, против двоих. Ну, забрать ВР-ку так нагло в присутствии Шейкера, потом сбегать еще на нижнюю руну. А забрать Синкинга, все очень четко. Видите, в куре летит банка сюда уже году. Год гоняет музыку очень активно. У него 3-1 крипстат, но гоняет он шикарно. Потому что музыки 10-2, год это 0-0. Но все равно опасненько действует товарищ год. Артстайл подбежал в мид с габлаку. Здесь пацаны поныкались сразу по тауэр. Блика тут еще прокляли. Но пока он живет. Все нормально. Магус на топе. 6-0. Крипстат. В то время как у Тинкера уже 14-6. Хорошо, да? Под крипстату все вообще отлично. Ракеты лазер. Ракеты лазер. 3 секунды остается. Маг прячется. Вызывает нет кабана. И минус Магус здесь. Нет кабана. Кабан был, но кабан не мог заблочить. Никак абсолютно. И в итоге первый килл команды Absolute Legends. Тут Макс играл слишком, так сказать, беспечно, что ли. Надо было идти по тавру. Надо было идти по тавру, не пытаться туда прятаться. Года. Пытается гонять. Нет, не догнали. Шейкер уже третий левел. Год просто возвращается в тупую. Музыка. Если есть шейкл-шот, нет шейкл-шота. Года просто нарезает. Знаешь, там еще кулдаун на блинк. Года четвертый левел, но все равно пока спокойненько. Все, артстайл. Очередной выход вниз. Просто шейкер говорит, не, братиш. У нас тут вард. Мы тебя видим. Ни разу не спалил. Что есть здесь вард, конечно, у команды АЛ. Не подпускает артстайла даже близко. А вы здесь видите, АЛ тыкнули один, второй вардец, то есть видят они нижнюю руну, видят немножечко еще леса. Дарреры тоже видят нижнюю руну, видят вот здесь вот забеги. Тут вот вард, конечно, мне не совсем понятный, но есть. Ну, решили, что Магусу варды нафиг не надо, он так себе стоит под тавром, четвертый левел уже заработал. Нормально все. А в миде 14 на 5 у Габлака, 16 на 7 у Блика на Лишраке, Снупи 0-0. Есть, а на смерть артстайл, прячет Галдота, здесь же Фаник. Закрывает двоих, музыка, нечем прохавать. Музыку тоже могут цеплять, там есть виндран еще. Есть виндран, и музыка должен уходить. Да, музыка уходит, здесь Снупи. Снупи слишком далеко был, год забрал этот килл. 3-1 сейчас стал счет. Ну, год еще и на хосте. Как же он задал бы эту музыку, а? Четвертый левел музыка, год пятый. Третий левел Scream of Pain'а. Все более-менее нормально. Никуда еще не двигался габлак. Ему, в принципе, никуда и двигаться не надо. 1200 голды. Если он там первым айтемом соберет дагер, конечно, начнется мега экшен. Может начаться мега-экшен, а может и не начаться. Кто его знает. Шайтанамана! Шестой левел, третий лазер, третий ракеты. Магус, левел четвертый. Есть транквил тапки у него. Видите, хилится нормальненько себе. Мидия! Мидия нападает на габлака. Габлак пятый левел, хлепает и не уйдет здесь габлак. Да, не уйдет габлак. Все-таки третий диаболики дамажит довольно плотно. Снупи прибежал сюда, вместе с Бликом приняли. Снупи, Лишрак себе тем временем прикупил сейдж-масочку. Будет у него базилка. Артстайл прилетел просто в мид. Постоит немножко, получает экспу, пока нету здесь габлака. Ну и в куре мы видим, летит банка и тапок. Тапок, я так понимаю, артстайл. Банка, скорее всего, не его. Скорее всего, это габлаковская банка. Сейчас посмотрим. Вот прилетает Артур. И да, нет, это банка и тапок его. Артстайл должен прятать. Прячет Блика. Снупи не знает, кого копать. Копает артстайла. Побежал. Артур, ну не достает абсолютно никак. Можно клапнуть на Снупи. Ой-ой-ой, как он его увалил просто. Здесь Блик за артстайлом. Проблемы у артстайла. Все на кулдауне. И все-таки минус артстайл. Ракеты залетают сюда.
к облака. Лазер тут же. Лол, год прибежал, крикнул, убил одного. Даггер в Шайтана. Нет, Шайтан жив. Штаном попадает Блик, лол. Год. Банка пустая. Блик с руки просто нарезает. Ну, а тут уже Артур воюет. Да что ж ты делаешь, лол. Приходится ультовать ему. Стан. Шайтана. Годот. Отстанивается по всем. Здесь же Фаник. Бьет Тинкера. Фаник просто поперекрывал дорогу всем. За Тинкером погоня. Дабл ТП в мид. Блик. Да, тут Фанику, наверное, тоже габело. Фаника пытались связать, не связали. Снупи копнет. Убили все-таки Тинкера. Ну, Фаник умирает. Ну, забрали Тинкера. Разменяли его на Фуриона. В принципе, ок. Могло быть лучше. 5-4. Да, сервер, конечно же, US East. Тинкер, 380 голды, тапок банка. Магус, мы видим, тоже здесь с артстайлом, с олдрингом уже, ну, решили выйти, но Штан вовремя спрятался у Магуса. Есть что левел, в принципе, могли убивать здесь Тинкера. Должны были даже убивать Тинкера, потому что что у Дритани там второй левел Солкетчера, первый левел Дисрапшена. Ну, в любом случае, могли убивать, если бы не вовремя отошел. Блик, банка, тапок, базилка, габлачок, седьмой левел, есть Magic Wand, то есть опять-таки тоже тапок, щиток и баночка. Ну вот, год, у года все сверх хорошо. У года, вы видите, 3-0, 2 ассиста, 24 на 5 крипстат, есть банка, есть вонд, ПТ-шку скоро себе соберет. Я же надеюсь, это будет ПТ-шка, это не будет каких-то нереальных стратегий с разнообразными там некрами и так далее. Магус! В мид просто выбежал вместе с Арстайлом, решили развернуться. Ваня идет пока один. Здесь три героя команды АЛ. Гоудоут, Снупи на топе и еще фармит здесь Шатан. Ну, вдвоем тут они против троих не справятся. Яну, но есть инвиз. Есть инвиз, и об этом инвизе ничего не знает команда Absolute Legends. Потому что нет у них здесь варда. Вижен у команды Даррер есть. Арстайл варды расставляет очень четко. Смотрите, как все-таки меняются роли у команды Darrer. То есть все еще перебирает команда нужные варианты, как они будут играть. Artstyle отыгрывает на Shadow Demon, то есть на суппортах. Иногда на суппортах играют другие товарищи. Ну, вообще, да, мы знали, что с Габлаком, с Фаником, скорее всего, так и будет. Нападает здесь на ГЛК. 26 секунд. Лазеры, ракеты, и Габлак умирает. Нет, лол, Габлак! Как он выжил? Стик банка, как выжил Габлак, просто нереальное что-то. Блик сюда бежит, есть ТП, Магус видит Блика, надо ультовать, ультует Магус. Топоры полетели, здесь же Гот, отлично, доминейтинг, даггер в Снупи. Ой-ой-ой, хорошо, как поймал здесь Гот и всех. Можно убивать Шатана, можно убивать Шатана. Магус прилетает, Шатана закрыли, Шатан никуда не уйдет, конечно, дает еще ракеты. Гот догоняет его, и Брюмастер делает клэп. Отличных минус 3 от Дарреров, Гот живет пока. Кулдаун на блинк еще 4 секунды. Мансовать. Музыка. Одна тычка осталась году. И год отпивается. Уходит отсюда. Но здесь Гоудот. Проклят артстайлом. И никуда ты не убежишь. Брюмастер тоже киллинг спрей. Шикарная драка Дарреров. Поубивали всех, кто только приходил. Снупи уже второй раз лезет в драку. Ой-ой-ой. Габлака одного ставили. У него есть ульт. У него есть ульт. Есть мана. Здесь капнул артстайл. Прячет. Артстайл умирает. И врывается просто сюда Габлак. Он знает, что на клэп и на ульт у него нет ульта. Есть только на ульт Блика. Ну, решил никого не убивать. Снупи лучше побить. Снупи выкопался. Здесь четверо из ОЛ. ТП идут просто нон-стоп со стороны одной и второй команды. Связали мага. Нет, почти связали. Блик все-таки попадает здесь станом. И Магус. Ну, лол. 9-7. Да, какая битва получилась. 11-я минута игры. Счет 9-7. Прикольно. Тауэр тут надо, наверное, забирать. Фурион, ну так побило пацанов плотно. Артстайл! Чуть не подставился под стан! Подставляется Артстайл под стан и ракеты лазер. Ну, блин, бред полный. Ну что ж так подставляется-то по одному? Тем временем ВР-ку убили. Здесь один Габлак. Габлак без ульта. Год рядом с ним. За Шатаном зацепились. У Шатана лазер через секунду.
Попытается он дать лазер? Нет, не попытается. Год, мегакилл, блики, два живой забрали Паника. Год прыгает, unstoppable, год! Копают здесь Габлака, год должен убивать Гаудота, это будет трипл килл от года, ну и Снупи! Снупи! Спрятался, но он не спасет же это тебя, и Снупи умирает от топоров, не дали сделать здесь году ультракилл. Год дерется дальше, ракеты прилетели, Магус орет, год, еще две тычки, год умирает все-таки от лазера, вот это война! Вот это война, 15-10. Да, четко. Пока в пользу дареров. Идет 12-я минута игры. Но экшен, конечно, шикарный получается у нас. Арсаль, три ветки, большим ничего не надо. Стак, кстати, довольно плотно уже нафидил. Трижды, имеет 6 ассистов, но три раза фиданул. Паник 1-2-9. Магус 2-3-2. У Габлака 4-1, 4-1 смерть, у него имеется 4 ассиста, есть аркан тапки. Ну и товарищ Год 7-1-6, потерял он свой суперстрик только что, но 7 килов уже имеет. И мы видим, все-таки это будет Некра. Все-таки это будет Некра, решили, что Некра в этой ситуации пойдут на ура. Double damage. Да, действительно, как пишет товарищ в комментариях с ником Bowl, Goat so aggressive and fierce, действительно агрессивный год. Вот он, вот только я вспомнил. Ловит он просто Тинкера, изничтожает его на топе уже. 8-й килл от года. Красавчик. Гаудот. Тапок, две ветки, блин. Артстайл, ну хватит фидить. Снизу, видите, вдвоем опять со Снупи ловят, со Снупи с Бликом ловят Арстайла. Четвертый раз умирает капитан команды Даррер. Ну, потому что один остался здесь, хотел получить побольше экспы. Экспы он, конечно, получил. А мы видим, что почти 6-й левел, скоро будет пурж. А с пуржом будет довольно интереснее. Намного интереснее. Все окей. Здесь косарь 600. О, Габлака! Габлак себя чувствует как дома. Фаник, тут один, лол, Блик, Снупи на Фаника копает, Блик, Стана попадает, ну и минус Фаник. ТП, кто бы это ни делал, не надо этого делать, Артстайл, ракеты, лазер, Магус, не знает, кого ультовать, ультует, ну а топоры! Лол, и Блик останется живой, Снупи копает Артстайла, Магус живет. Блик тоже пока живет. Здесь смарчик машин с первого левела пока не особо страшный. 16-12. Шатан. Шатан видит Магуса. Ракеты. Отопьется ли Магус? Да, отпивается. Все-таки повезло ему, что хлебнул он. Не, не хлебнул банки. Это он заюзал транквилбуцы. Мюзика. На топе. Минус год. Год да выпендривался немножечко. Обнаглел. Ну и уйти. Айлы-то не сдают. Смотрим деньги. Ну по деньгам преимущество у команды Дары. Прошу заметить, ни одна из команд еще не убила ни одного тавра. Пошла 15-я минута игры, и уже 29 фрагов сделано. Тавры, ребята, не забирают. Нафиг надо. Здесь чуть-чуть коцаны в миде. Половина, здесь тоже у Аэлов та же фигня. Тут вообще фуловый тавр в миде стоит. 8 хп у него сняли. Музыка с фейзами, с Magic Wand'ом. И экшен-драки продолжаются. Транквил Буцы, Soul Ring и урна есть. И есть даггер у Бримастера. Есть даггер у Габлака. Сейчас будет повеселее, пацаны. Сейчас будет однозначно повеселее. Invisibility. Фаник купил Мидас. 14-я минута. Всегда я критикую за такие поздние Мидасы. Ну, наверное, решили парни из Дарер, что это будет правильное решение. Так надо делать. Снупи копает Габлака. Здесь же ракеты. Габлака спрятал Арстайл. Шикарно. Сам умирает. Но Габлак-то жив и успеет ультануть здесь. Он клепает, ультует Тинкера. Просто сбривает. Гаудот получает ультимейт от мага. Гаудот тоже умирает. Снупи. Снупи здесь не знает, что ему делать. Выкапывается Магус с кабаном. Его никуда, конечно, не отпустит. Ветра подняли. Пускается Снупи. Нету ни песка, нету ни подкопа. Снупи все-таки умирает здесь. Снупи, конечно же. Год прыгнул в спину. Просто Блику есть даггер. И ультимейт от года. Минус 4. Дарреры. Шикарная драка. Как же Артстайл спас в самом начале Габлака. Ну и с этого начались все основные неприятности команды L. Если бы они все-таки сбрили... Если бы они все-таки сбрили Брюмастера, возможно бы и драка сложилась намного круче для них. Но Артстайл прячет и... Артур раздал.
Все как положено. 20-14. Т1 Tower забрали. Т1 Tower в миде тоже упал. Здесь Арстайл тем временем дерется с Музикой. Проклинает его. Пошел бить. И Фаник. Музика включает виндран. ТП-аут пытается сделать. И все-таки не сделает он ТП-аут. Не сделает он ТП-аут. Не отпускает Shadow Demon. 21-й фраг для команды Darrer. Год принес себе уже вторые Некра. Есть вторые Некра. Здесь мы видим Dagger, Регенчик, Magic Wand, Щиток, Аркан Тапки. Магус по-прежнему ничего нового. Ну, Магуса все хорошо. Хорошо играет Дарреры. Хорошо, активно, вот создают экшен буквально в каждой секунде, в каждом моменте игры. Снизу Tower надо отдавать. Вот, хотя здесь есть все игроки, нету здесь квапы, нету здесь артстайла, и... Нет, квапа здесь как раз есть, побежали вторые Некра. Есть фортификейшн, он закончился, вот Некра выбегают, отгоняют сразу команду АЛ. Просто два Некрача и кабан. Маг одной ногой уже с худом, так сказать, почти с худом. Снупи. Побежал здесь в пароне. На топе Фаник и Артстайл будут забирать Т1 Tower. Есть сюда ТП от ВРочки. Прячет музыку. Музыку закрывает свои же иллюзии, но связывает Артстайла. Здесь музыка сам включает виндран и бежать. Надо бить Tower, пацаны. Надо бить Tower. Понимают они это. Снизу Год вместе с Магусом прессует. Здесь Артстайл вместе с Фаником. Музыка отстреливается, но Tower все равно прессуется довольно активно. Сич крипом. Сейчас будут новые пеньки. Вот они, новые пеньки. Артстайл. Надо сбить таргет. Братюнь, надо сбить таргет. Музыка здесь ничего не сделает. Но вот есть ТП от Ишрака, и надо бежать. Хорошо, Артстайла как вяжет музыка. И минус Артстайл себя прячет, но... Понятное дело, что здесь в живых не останешься никак. Фаник от Блика просто улетает. Ой, лол! Музыка! Отличный шейкл. И Фаник тоже отправляется вслед за Артстайлом в таверну. Ультанул перед смертью, но Лишрак делает даблкил. Магус вместе с Габлаком здесь что-то задумали. Здесь Т2, кстати, забрили в то время. Т1 на топе. 4 вышки убили Дарра буквально с последних 2,5 минуты. Магус! Магус на Гадота выбегает. Соул Ринг, ультимейт прыгает здесь. Брюмастер и Гадот не успевает даже одуплиться. 22-16. Здесь. Магус прилетел без ульта. Нахрена? Зачем ты сюда прилетел? Просто на двоих. Пытается драться. Год на хосте. В спину. Битый музыка. Прыгает Год. Орет. Дагер сюда. Блик пытается убежать. Лол. Год. Лобок. Гонять надо. Догоняет Год. Кричит. И все-таки убивает Блика. Но ультом никого он не убил. Два четыре восемнадцать. Треть Некра, ПТ, 900 голды, Тауэра на топе нет. Ну, по деньгам вы понимаете, что да, уже около 8,5-9 тысяч преимущества у команды Darrer. По XP тоже 7500. Это много. Это много. Здесь Аркан Тапки, Даггером даже не пахнет у Сенкинга. Тут мы видим мека Staff of Wizardry имеется у Фаника. Я так понимаю, все-таки это будет тоже Некра. Должны быть Некра. Артстайл собрал ПТ. Есть стик. Год улетел на базу. Регенец скоро вернется. Он улетел, но обещал вернуться. Ну и БКБ. Нормально. Дефим Тауэр, конечно же. Магус здесь. Фаник тоже здесь. Голдот и Снупи. В миде у нас мы видим Шатан на Тинкере. Есть Тревела у него. Артстайл с Габлаком кого-то ищет. Снупи Блик Гадот. Снупи Блик Гадот. Ах, нашли Магуса. Магус. Успеет ли ультануть кого-то? Магус. Нет, ракеты залетают. Не успел даже вызвать кабана. И сбрили его тут моментально. Надо не рисковать Фанику. Фаник прекрасно это понимает. Просто отсюда улетает на топ. Будет забирать просто вышечку на топе вместе с Артстайлом. Вниз пытается дефить Год и Габлак. Нету фортификейшна, поэтому дефить Tower, наверное, нет смысла. Все-таки четвертые Диаболики здесь убьют Tower моментально. Ну да, вот он. Диаболик. Эдик прыгает Габлак просто после Тауэра в Гадота. Здесь же побежали Некра. Гаудот никуда не уйдет. Фаник закрывает Блика. Улетел отсюда Тинкер подальше, но... Музыка, Блик по-прежнему здесь. Да, Артстайл здесь спрятал.
Soulcatcher, Блик умирает, забирает Kill Funny. Ну, а в один, да, могли бы как-то попытаться на музыку еще прыгнуть, но решили, ладно, убиваем двоих, черт с ним, думаю, хватит нам полностью. 26-19 на 22-й минуте. Да, Дарреры, конечно, показывают шикарную игру. Здесь появились тревела, есть первый раунд, есть четвертый марч в The Machines. Мюзика видит до артстайла, артстайл, ну, тут загулял Ваня. Загулял, так сказать. Чего он туда пошел, я не знаю, просто загулял. 2-8, о, фидит-то как. Кэп. Кэп фидит просто на ура. Капитан Фидачок. Тут, видимо, уже трипл спаун. Уже трипл спаун. И если Тинкер его выфармит, будет очень хорошо это для АЭЛов. Но я думаю, не дадут Тинкеру его выфармить. Не должны дать Дарреры. Побежал. Габлак, нет, не стал прыгать. Потому что не видит, что происходит на хайграунде. У него нет ульта, и от греха подальше решил пока поживу еще. Мы видим, что да, гоним, это 1000 голды не хватает здесь Габлаку. Контролирует этот вот свой лесной крипспаун парни из Дарреров. Не дадут они туда Тинкеру зайти. Магус начал собирать пайп, фигня осталась. Только рецепт. Надо убивать! Да, надо убивать здесь. Габлак готов уже прыгать на Шатана. Он должен выходить. Стоит же здесь вард, видит же, что к чему, улетает шатан, и здесь один блик только. Ну ладно, просто зайти забрать тауэр. Лес и нет, весь лес перерубали здесь дарреры, просто весь лес. Снизу год! Отличный шейклшот, ну и со станы вот не выпустят. Сэнкинг еще зачем-то ультимейт кастовал, думает, ладно, пусть будет. Тауэр на топе, падает. Убирает его брюмастер. Отомстили за года, Т2 тауэром наверху. Ну и начинаем рубить снизу. Музыка. Есть мека. Фаник. Мека первая некра. Ну, две пары третьих некров, конечно, будет опасно. Будет ли собирать еще кто-то некра? Вот, можно было брюмастеру после того, как появится Аганим, тоже выйти. И три пары некров, это точно. Габелла, отличный шекелшот по артстайлу, вы смотрите. Ну, вяжет музыка сегодня шикарно просто. Просто шикарно. Ой-ой-ой. Так и умереть можно. Вон, двойной уйлол. Что творит просто Габлак? 36 хп у него остается. И артстайл тоже. 13 хп у артстайла. Это фантастика. Чуть ракеты там не поубивали. Снупи улетает снизу. Есть аганим у Бримастера. Ну а дальше уже пойдут, наверное, все-таки некра. Три пары третьих некров. С этим не справится никто. Fortification не помогает. Бисмастер зачем-то ультанул в блика. Ой-ой, хорошо прыгает Габлак. Сразу ультует Фаник. С годом тут же прилетает сюда. Хорошо подстанил. Хорошо, как Гадот-то зацепил одного второго. Ну, Габлак ему сказал, что, братюк, так не пойдет. Мегакилл у него. Двоих забрали. Музыка пытается улететь. Видела его птица. Музыка тп-аут. И все нормально. Просто пойти Т2 забрать. Просто пойти забрать Т2. Вот сюда прилетел шатан, будет уже дефит. Ну да, под March of the Machines тяжело забирать вышечки, поэтому нужны некра, которые бегут туда. Смотрите, как. Артстайл мансует, мансует. Побежал Артстайл с годом вместе, прячет. Снупи. Шатан, ну, одна тычка. Шатан умирает, хорошо, год его добил. Здесь третий некра. Не поможет тебе песочек. Минус 3, музыка пытается на Виндране умансовать. Некра ему тут бьют по голове. Ну и вы понимаете, что тут уже тяжело будет Аэлом. Есть ТП. Есть ТП от Шейкера. Так, Шейкер никого пока не станет. Здесь на топе музыка попытался побить Габлака. Шейкер застанил Магуса. Ультует Артстайла. Артстайл умирает. Артстайл умирает. Ну, убивать Артстайла этого мало. Блика закрыл здесь Фаник. Сам пытается тоже уйти. Гадот едва живой. Год, если прыгнет туда, он поубивает там половину просто. Магус получает молнии, ультует в шатана. Год кричит, прыгает шатану тычку. Вот она тычка, год. Год, Гадот, год, Гадот. Кто сильнее? Ну, я думаю, год здесь будет сильнее. Год, связь тот, он прыгает, убивает Гадота. Дабл килл, блик, год, даггер. Отворачивается еще от стана, мансует. Но от второго стана не увернулся. Год 32 на 24.
Ну, неплохо, неплохо. И опять пошел этот экшен. Пошли ТП, 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 драки. Тавр надо отдавать здесь, понятное дело. Будет ли Артстайл пытаться денай? Артстайл пытался заденаить. Но что-то пошло не так. Блик, киллинг спри. Викед Сик, Брюмастер. Снупи и Мюзика встряли, залетает сюда. Паник закрывает двоих. Паник, но Мюзика улетел все же. Год забрал этот очередной килл. Год, если не ошибаюсь, там выкупился, что ли. Да, вот это экшен. 34-25. 9 фрагов разница по деньгам. Около 10 тысяч по XP, 14 тысяч. Лаунч фест, видите, Бри говорит. Да, действительно, тут просто веселуха нереальная. ТП-ауты, ТП-ауты, рус дота. Да, хорошая дота, действительно. Нафидел Артстайл нереально плотно. 2-10 у него, но 15-4 года исправляет всю эту ситуацию. Не осталось уже выше, кстати, у команды Absolute Legends. Все эти два товара посбривали им уже дареры. Год. Ну, за счет байбека, когда КБ у него появится еще не скоро. Фурион. Третий некра. Ну и ждем некра от Габлака. Будут ли они? 1900. Ну, должны быть, должны быть. Три патча третьих некров, все нормально. 28-я минута игры. Напомню еще раз, Дара против Absolute Legends в пятом туре Star серии. Как пилит он ее. Звук наливающегося пива. Это круто. Даггер на 28-й минуте наконец-то появляется у Сункинга. С чем я его официально поздравляю. Собрались. Что, смог заюзаем или что? БКБ, кстати, у Лишрака через 600 голды. Это засада на товарища Года. А Год-то не один. Год со стайлом. Так, Года. Спрятал Артстайл. Год все равно не успеет. Или успеет? Год, Шекер! Отличный ульт. В Некрономикона, в иллюзии. Снупи умирает здесь. Ой-ой-ой, Мюзика делает даблкил. Лол. Артстайл пытается уйти. Спрятал сам себя. Магус здесь ультует. Лишрака связали Артстайла. Мюзика. Ну тут хороший пайп. Очень вовремя Артстайл все равно проседает. Блик, еще один килл. Магус пытается убежать. Здесь уже и Брюмастер. Гадот никуда не уйдет. Гадот умирает. Это дабл килл от Габлака. Мюзика получает кирпичом в табло. И заканчивается у него виндран. И просто Габлак начинает его испепелять. Нет, Мюзика себя вытолкал. Скоро закончится ульт. Нет. Габлак тут не допрыгнет уже. Да, сложился в одну панду. Вот видите, эти два остались висеть. 3 в 4. Вот это экшен, да? 30-я минута пошла. Продолжает. Пилите шура, они залятые. Продолжает здесь Артстайл. Говорю, Артстайл продолжает здесь Габлак фармить. Мы видим, что купил он себя Владмирс. Не решился пока некра. Артстайл уже 11 раз умер. 12 ассистов, 11 смертей. И есть Брайсер. Ну, чуть поживее будет теперь. Скоро будет 12 уровень. Пока не могут никак дареры собраться, да, и выиграть драку там в ноль, грубо говоря. Есть у них преимущество и по деньгам бешеные, и по экспе. Ну, а Эллы дерутся хорошо. Очень хорошо дерутся. Да, Арсайл только что довольно четко подставил Года, который мог отпрыгнуть, но в итоге не получилось. Так, Год, став Wizard Drive. Будет все-таки через 400 голды. У него уже Яганимчик. Кулдауны поменьше, дэмэджа побольше. Все хорошо, 21 левел скоро у Года. Магус 17, мы видим, гем купил. Чтобы не мог Снупи прятаться от них. Никак на Блика, просто ультует здесь. Год прыгает, будет ли ультовать? Нет, связали Года. А Блик может остаться в живых, но здесь Фаник. Нет, Блик не останется в живых. Снупи! С Блинка хорошо, но ГД не отпускает. Снупи зацепили фуржом. И Шейкер станет по Фанику. Снупи никуда не уйдет. Его Магус гонит. Да, топорами добивает вместе с Некрощами. Гоудот все-таки улетел. Все-таки улетел Гоудот. Гоудота я создал, так сказать. Двое мертвых, 50 секунд, надо заходить на ХГ. Нет, все-таки Рошана решили, дарары. Ну, это, наверное, правильнее, чем идти рисковать. So
Падает Рошанчик. Рошанчик. Конечно же, свапа Аганим должен быть уже, да, вот он Аганим, Аэгис, третий Некра. Здесь 1700 у Габлака, отлично. Как же Габлак отыгрывает игру, просто шикарно. Не знаю, 9-1-13 на Брюмастере. Отстоял в миде и всегда врывается вовремя. И в ульте действует отлично. Действительно, учебники можно писать по Брюмастеру. Шатан в дефе. Тинкер в дефе, все понятно. Шекл, ну шеклы от музыки. Тоже хороший блик. Попадает станом, но Габлака не сбреет. Магус ультует, прячет его Арстан. Здесь Снупи вошел, пытается вкастовать ульт. Снупи все-таки вкастовывает, ультимейт Магус. Едва живой, здесь ульт от Гот. Гот врывается в толпу. Гот минус раз. Брюмастер минус Снупи. Тем временем в ульте погнался за музыкой. Годот пытается убежать. Гот таких не отпускает. Музыку закрывает. Поднимает ветра. Это будет минус 4 в исполнении Дарером. Нет, музыка пытался уйти. Получил кирпичом в табло. Блик уже здесь. Блика прячет Артстайл. Тут же буржует в него. И блик тоже таверну. Это минус 5 от Дарера. И ГГ пишет команда Absolute Legends. Шикарно. Да, хорошо сыграли Дарреры. Знаете, действительно, вот, именно вот хорошо. То есть, да, там были моменты фида, но подарили классную, веселую игру. Не давали там раздуплиться парням из Absolute Legends ни на минуту. И, видите, побеждают Дарреры. Добавляет еще 3 очка в свою копилку. Игра действительно хорошая. Не слишком много там было каких-то нереальных хайлайтов, но в принципе могло быть все и намного хуже. Ну что, ждем, пока там ливнет музыка из игры, он еще не ливает. И, собственно, поздравляем Дарера, поздравляем всех, кто болеет за эту команду. Я же вам скажу, чтобы вы никуда не разбегались, потому что после 5-минутной паузы, после маленькой 5-минутной паузы, я вернусь к вам, и мы посмотрим еще один матч команды Дарер. Матч против Копенгаген Вулфс. Что-то происходит. Музыка в соло убивает там всех. Молодец. Музыка. Мы посмотрим матч команды Дарер против против Копенгаген Вулфс. Еще раз повторяю. Ну, а потом, после игры Дарер Копенгаген Вулфс, если у нас хватит времени до матча ВП Нави, до прямого эфира, мы с вами еще заглянем на матч СГЦ против Next. Ну и у нас останутся из пропущенных матчей только IL Keita, MTV Keita и CLG So What You Can. Так что оставайтесь с нами. Ждем, пока тут упадет трон. Вот музыка такой решил затянуть тут до конца. Они тут еще подерутся. Ливеров поубивает. Фаник. Трипл килл. Фаник. Да ладно. Давай еще, мужик. Не крами там трипл килл сделал. Но больше не успеет. Падает трон. Потому что падает трон. Осталось 2 часа у нас до начала прямого эфира сегодняшних матчей, до матча Na'Vi VP. За это время, еще раз повторяем, мы с вами посмотрим матч Копенгаген Вулфс после против Дарреров. Ну и если останется время, мы еще с вами посмотрим матч Storm Games Clan против Next KZ.